Витископ. Если говорить о предстоящем драфте, то первый пик Кливленда, второй Милуоки, третий Филадельфии. Как будут происходить события, пока сказать тяжело. Потому что на горизонте появилась Юта, которая сделала Кливленду одно интересное предложение, которое не устроило Кавс. Через день сделала второе интересное предложение. Пакет из Дерека Фейворса, Алекса Бёрка, пятого пика на этом же драфте, и плюс еще каких-то, может быть, дополнительных плюшек для Кавс. Оно, это предложение достойно рассмотрения. Если это произойдет, то Юта выберет под первым пиком Джабари Паркера, Милуоки, естественно, становится выбор на Эндрю Уиггинсе, а дальше уже будем смотреть. Витископ. Спортивное видео.